Добрый день, уважаемые поклонники баскетбола. Отправляемся мы с вами в Минск, где сегодня одноименная команда Минск померится силами с санкт-петербургским «Зенитом». Два очка в любом случае Катер набрал. Давилов, Дубедов пытается освободиться. Все, внимание было переключено. Ну а здесь Кайл Курич. Два разыгрывающих на паркете. Первый, второй номер. Ну а здесь позабыли Кайла Курича. Ну, отмечаем мы классную разрезающую передачу. Тут Бэмми Джексон запрашивает помощью Чебашика. Проходит передача. Якобы из двух рук колотит Вадим Ступеда. Можно все-таки поберечь свои силы. Винс Хантер сверху с одной руки колотит Курич. Скидка на Зубкова. Андрей обходит тут Бэмми Джексона. Дальше на Винса Хантера. И заблокировали Винса Хантера. Накрыли его. Очень быстро Минску вывести владение вперед. У него получается это сделать. Джаред такой. Бэмми Джексон попадает на исходе окончания третьей четверти. Фрейзер ищет возможность сам пройти под кольцо. Навес на Винса Хантера. Это лучший эпизод матча. Какой алюп. Взрывоопасный. А лапка. Так давно он первые очки набрал. И Ступеда с двух рук. Второй данк его в этой встрече. Зубков. Минцульский защите. Вот действует Герасимов очень издали. Попадает Тимофей. Одна из самых дальних трех в этом матче. Опять же, на приза лучшему молодому баскетболисту, как уже было сказано в начале трансляции, претендует Данил Коско. Здесь Павел Земский. Два очка набирает со счетом 84-62. Победу одерживает клуб из Санкт-Петербурга.